В Республике Казахстан отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по кори. С начала года в стране зарегистрировано более 11 тысяч случаев. Из них больше всего заболевших – дети до 14 лет. В Карагандинской области первые случаи кори зафиксированы в феврале текущего года. В настоящее время отмечается осложнение эпидемиологической ситуации. Так, заболеваемость кори в октябре месяце возросла в 2 раза в сравнении с предыдущим месяцем. В городе Темиртау. Первый случай кори зарегистрирован в сентябре текущего года. Отмечается рост заболеваемости на сегодняшний день 2 раза. Самая надежная мера профилактики – это вакцинация. А в случае заболевания прививка защищает от осложнений. Избежать таких серьезных осложнений, как отит, пневмония, энцефалит, менингит и панэнцефалит, поможет прививка, которую необходимо сделать не позднее, чем через 72 часа после контакта с заболевшим. А чтобы избежать ухудшения ситуации, в стране проходит массовая вакцинация. В целях реализации настоящего постановления 6 ноября 2023 года начата дополнительная массовая иммунизация против кори детей в возрасте от 6 до 11 месяцев, до стабилизации эпидемиологической ситуации. С 5 декабря 2023 года по январь 2024 года дополнительно массовой иммунизации будут охвачены дети в возрасте от 2 до 4 лет 11 месяцев 29 дней, независимо от прививочного статуса против кори, и медицинские работники, не имеющие вакцинации против кори. Для иммунизации используется комбинированная вакцина индийского производства. В Казахстане ее применяют уже более 20 лет. Кристина Кириченко, Игорь Евстигнеев. Новости Темиртау.